Всем привет, дорогие зрители! Это продолжение прохождения игры Готика. Я отправляюсь искать ресурсы для Улумулу. Как можно не понимать этого? Но сначала... Да хотя мне по пути как раз. Я думал сначала заглянуть в старый лагерь. Чтоб новое оружие взять, мощное. А то сейчас тролля фиг убьешь. Ладно, попытаюсь. Помните, еще тролли боятся магии огненный шторм? Вот я его и жахну. Вон там тролль находится. Так, давайте-ка заранее сохранимся, чтоб там заново по шахте не плутать, если тролль меня убьет. Ну где ты, Верзила? Вот он где. Никто тут мне не поможет, потому что тут закрыта шахта. Ну что ж, Верзила, попробую тебя убить. О! Нет, я ему все равно нифига не сношу. Хотя вообще-то немного. Давайте мочить его. Покажу вам, какой я игрок. Вот. Идеальное укрытие. Уматывает. Или нет? Прямо по троллю. Уматывай. Пора валить отсюда. Ладно, тролль. Не могу убить тебя оружием, так убью магией. О! Что за... Мазафака. Ой-ой, я уже матерюсь даже. Во, здесь он меня не достанет. Но и я не могу его достать. Мертв. Замечательно.
Не, хрена с два убьешь такого. Жахнуть. В прошлый раз у меня, кажется, была руна вызова скелетов. Или свиток только. Да, свиток. Я скелетов вызвал на подмогу себе. Тогда Ксардос торговал. Да, но как я тогда у него товары смог взять? Не пойму. Чья-то помощь. Все, мне пипец. Да, нет. В жопу этого тролля. Ой. Мне кажется, надо сначала оружие поднять. Бежим к Диего. Ага, вот. Побежали. Вон там, кстати, Мракорис обитает. Вон там. И он появился именно из-за задания. А так его там раньше не было. Давайте его убьем. Еще могут быть, конечно, и другие мракорисы, но в другом. Там в дневнике заданий, я до этого читал, было написано, что самый большой лесной массив находится между старым и болотным лагерем, точнее, болотным лагерями. И мракорисы могут быть там. Так что там еще один мракорис. Может, не крутокрысы убить. Опыт и мясо. Падальщик. Шершень. Там, кстати, где тролль раньше был, его больше нету. Так, интересно. Ох! Что за... Это еще что за баг был? Я провалился. Я забагался. Тут был какой-то баг. Но какой именно, не пойму. Ладно. Редфорд. В первый раз его вижу. Что ты здесь делаешь? Есть что-нибудь новенькое? Молчит. Есть? Ну, молчи. Ой! Тьфу! Черные шершни.
есть мракорисы могут водиться вот в этом лесу. Я, кстати, знаю еще одно местечко, где обитают тролли.